Работы по разработке котлована, устройства монолитных конструкций и наружных инженерных сетей. Возведение новой амбулатории в селе Ромашково продолжается. При строительных работах начали активно использовать импортозамещение. Производители, которые ушли с рынка, заменяют на наших отечественных. Задержек в поставках нет, говорит руководитель проекта. Мы осуществили работы по выносу наружного газопровода низкого давления. Завершаем работу по выносу электросетей, слаботочных сетей. Приступили к устройству котлована под существующей дорогой. При возведении поликлиники в Ромашково используются современные строительные материалы и монолитно-каркасная конструкция. До зимы здесь планируется полностью возвести здание и начать внутреннюю отделку. Все работы выполняются согласно графику. Новый социальный объект появится в округе в 2023 году и будет рассчитан на 350 посещений в смену. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».